Всем привет, вы на канале Кьювер, и это продолжение карьеры за Ювентус. Перед началом видео хочу сказать то, что на 5 или на 3 лайка выйдет продан. Так как актив сейчас пропал как-то, последние 2 видео вообще там даже 10 просмотров нет, и лайков тоже. Напишите в комментарии, кого мне купить можно, состав сейчас вы увидите. Вот. Начинаем первый матч против Интера. Сразу же пропускаем дважды. Проигрываем 2-0. Можно выпустить Эллиота вместо Рабьо. И Кина вместо Милика. Вот так вот сделаем, попробуем. Сегодня так спокойно начал я как-то и, возможно, закончим плохо. У нас нету вратарей вообще запасных. Мы сразу спускаемся на 2 места вниз за одно поражение. Ну, это вообще. Мне кажется, вот так вот. И снова очень важный матч. Так, у нас мягкий, тяжелый ставим. Вот Влахович сразу забивает 2. И сравнивает алмаз. А для конец пенальти забили. Тогда понятно, почему они забили. Так вот сделаем. Давайте Джорджа выпустим. Вместо Кеса. Сейчас должен забивать кто-нибудь. Да, Влахович забивает. Снова Влахович спасает нашу команду уже. Какой раз? 3-й, 5-й, 8-й. Я не знаю уже. Там настолько много раз он спасал мне 23 гола, капец. Мы снова на первом. Но это ненадолго, мне кажется. Потому что матч с Миланом... Это будет сложно. Музыкин забивает, потом пенальти бьет Влахович у нас. Давай, Влахович, забивай. Да, забивает, задев перекладину. Милан сорный соперник, но мы проходим его просто пока что легко, можно сказать. Родников у них такого нету. Забили все-таки миланцы. Нам нужно тоже для уверенности. Ну, ладно, все, выиграли 2-1. Остальные матчи будут не такими интересными, поэтому показывать нету смысла их. Так что, если что-то будет интересное, покажу. Также я подумал показывать так трансферы, фото показывать трансферы, туры, потому что все это показывать, ну, видео это затянется на 15 минут, это все затянулось бы только на пару туров, на 6-7. Мы проиграли Кремонезе, Аталанту выигрывали, Лацио, но проигрывали Кремонезе, Фиорентине, Роме, Торино, вот ничью. Отдаю в аренду, многих отдавал. Разгром 9-0. Отдал Квадрада, так как он пока мне играть не будет. Фаджиоли. Кого-то Мухаммеда какого-то, не знаю, кто это. Удинеза, 33-й тур. 34-й я не показал, но если не ошибаюсь, то мы выиграли. И вот как выглядит таблица перед последним туром. Вот предпоследний тур, смотрите. И вот последний тур. Остается последний тур, и шансы на чемпионство уже их нету, но на второе место можем претендовать. И в четверке мы уже будем 100%. Ну, вы видели прошлые результаты. Если бы мы там пару матчей выиграли, например, с тем же самым Лизисом, Торино, мы могли бы стать чемпионами. Но не получилось. Не повезло нам. Нам просто не повезло где-то. Вот таблица, еще раз. Мы старались, но не получилось.
играем последний матч. В такой состав я купил Дэвиса, Мену Мендеса и все. А, ну и Арнау Теннеса. Последний матч против Специи. Надеемся, то, что Рамсдейл забил свои ворота. Это как, вратарь может забить свои ворота. Надеемся на бронзу хотя бы. Забыть бронзу будет не так обидно. Я не сделал замену. Так-то. Так, Мирети. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, гол. Все. Нет. И мы занимаем. Так. Я сдавал в аренду. Как раз уже закончился. Закончилась аренда. И на этом все. Всем удачи. Всем пока. Опять же, ну, кстати, добавили 20 миллионов. Вроде бы. Короче. Я жду лайков. Не будет лайков, не будет приложений, не будет карьеры. Ну, что ж, прощайте.